Одноруких бандитов продолжают выявлять полицейские. Охотники до незаконной организации горного бизнеса все еще остаются. Чаще всего предприимчивые граждане грешат установкой игровых автоматов. Только с начала года полицейские изъяли более 420 одноруких бандитов. Накануне часть их была уничтожена. На днях на территории одного из чебоксарских предприятий были уничтожены игровые автоматы, изъятые сотрудниками полиции в ходе специальных рейдов по выявлению и пресечению фактов незаконной организации и осуществлению деятельности в сфере игорного бизнеса. Это мероприятие было инициировано территориальным управлением Росимущества в Чувашской республике. Сегодня у нас последний этап по работе с конфискованным имуществом. Эта работа очень трудоемкая и длительная. Осуществляется прием на хранение данного имущества. В соответствии с требованиями законодательства проводится экспертиза этого имущества, оценка, а последний этап – это уничтожение. Под пресс пошли 30 игорных столов и 84 игровых автомата. Это часть всего изъятого сотрудниками полиции в этом году. Всего за истекший период по городу изъято около 400 игровых оборудований, по которым в настоящее время проводятся проверки, а по фактам выявленных нарушений выносится судебное решение, по результатам которых данное игровое оборудование, как вы видите сейчас, уничтожается. Общая сумма наложенных штрафов на организаторов только различных лотерей с начала года составила около 6 миллионов рублей. Кроме того, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в отношении одного из чебоксарских предпринимателей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав».